УЗИ брюшной полости, щитовидной и молочных желез. Теперь эти процедуры в поликлинике номер 2 проходят гораздо быстрее. Новый аппарат УЗИ появился в Сормовской поликлинике благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области. Врачи говорят, ждали новое оборудование с нетерпением. Здесь есть эластография, которая позволит нам улучшить диагностику онкологических заболеваний, в частности, вот молочной железы. Позволит проводить исследования на сосудах и на сердце, потому что у нас был недостаточный кардиопакет на старом аппарате. Ну и, соответственно, качество визуализации было недостаточно. Не только УЗИ, но и эндоскопия станет качественнее и доступнее. Новую установку доставят в поликлинику в ближайшее время. Это повлияет на качество оказания диагностических процедур. Требования к ним возрастают, и новые аппараты помогут их полностью соответствует. Это раз. Во-вторых, да, естественно, что это будет больше удовлетворенность пациентов, потому что они будут своевременно получать всю необходимую диагностику. Вот. В-третьих, это позволит, в принципе, налаживать систему диспансеризации профилактических осмотров, которые сейчас являются приоритетным для нас. Кроме того, здесь планируется провести капитальный ремонт. Работы уже ведутся. Мы получили довольно-таки значительные деньги на проведение капитального ремонта, создание комфортной среды для пациентов в рамках поликлиники. Часть из них уже освоена, да, мы отремонтировали крышу, которая не ремонтировалась там в течение довольно-таки длительного времени. На первом этаже мы сделаем современным требованиям регистратуру открытого типа в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая будет удобна и для пациентов, и для работников учреждения. По плану модернизация поликлиники будет завершена в следующем году. Наталья Салтанова, Алексей Калякин. Время новостей.